Совсем скоро здесь, в ДГТУ, пройдет празднование Дня числа Пи. И рядом со мной исполнительный директор фонда развития ДГТУ Геннадий Смольянов. Геннадий Родионович, расскажите, пожалуйста, что это вообще будет за праздник, насколько масштабный? Добрый день. На самом деле это большое шоу, которое мы планируем провести для студентов. Основная задача – это, конечно, привлечь студентов к заинтересованности, к тому делу, которое делаем мы. Это воспитание и корпоративного духа, это единение мысли, единение с альма-матер. Основная задача в преддверии, конечно, праздника этого, вот, ну, понятно, что число Пи – это всемирно известная константа, которая составляет 3,14, но после нее еще уже рассчитаны более 20 миллиардов знаков. Это отношение длины окружности к радиусу, к ее радиусу. И мы понимаем, что само понимание того, что это постоянство взаимоотношения между фондом развития ДГТУ, между самим ДГТУ, вот, и, конечно же, студентами, теми людьми, которые составляют настоящее и будущее России. Вот, мы сегодня говорим о том, что наша основная задача – это привлечь внимание самих студентов к работе, к жизни, деятельности вуза и к тому будущему, которое будет непосредственно связано вместе с нами. Вот. В самом лозунге, в самой идее речь идет о том, что мы должны быть неразрывны и в течение долгих, длительного периода. Потому что, выходя за стены вуза, совсем не заканчивается жизнь и отношения студента и ДГТУ. Все только начинается. Мы в перспективе мы создаем ассоциацию выпускников. И в преддверии этого создания мы, конечно, хотим провести прекрасный праздник и прекрасные незабываемые минуты вместе с нашими студентами и, конечно, выпускниками. ДГТУ. Скажите, а кто будет принимать участие? Какое шоу ждет? Это танцы, песни? Ну, скажем так, секретной информации нет. Это молодежный коллектив. Это один из организаторов этой группы, вот, выпускник ДГТУ. Вот он играет на соло-гитаре. Я думаю, что всем понравится. Будем стараться сделать настоящее шоу в настоящем современном молодежном стиле. Приглашаются ли другие студенты других вузов? Нет, это внутрикорпоративное мероприятие и исключительно только для студентов, выпускников ДГТУ. А какие-то другие вузы празднуют этот день? По нашей информации, у нас такой информации нет. Собственно говоря, мы это делаем впервые, но думаю, что это станет доброй, хорошей традицией. А эту традицию будете передавать другим вузам или только вот? Ну, с учетом того, что Бессарион Чкович Мецкий является председателем совета ректоров, я думаю, что при желании мы, конечно, готовы поделиться нашим опытом. Будут праздновать день числа Пи в ДГТУ. Как ты к этому относишься? Как тебе идея? Это первый год будет они праздновать. Раз первый, я думаю, 100% все новое – это хорошо. И тем более очень хорошо то, что это наш университет именно проводит впервые такой праздник. Я думаю, будет еще лучше, если остальные ростовские университеты поддержат ДГТУ. И все будут говорить, что это именно ДГТУ придумал этот праздник. И все будут его праздновать, как Новый год. 14 числа будет это событие. Ты пойдешь в конгресс-холл? Я очень постараюсь. Ну, надо сессию сдавать. Мешает сессия? Если будет время и не буду занят, обязательно. Роман, будут праздновать в ДГТУ день числа Пи. Как ты к этому относишься? Ну, я впервые об этом узнал, но я обязательно приду и поучаствую в нем. А вообще, насколько важен этот праздник? Нужно ли его отмечать? Вот ты как технарь скажи. Ну, я вообще в гуманитарии учусь. Ну, в принципе, думаю, да, это важное число, это очень известный закон, как бы. Думаю, нужно отмечать. Организаторы задумали, что вот этот праздник, который пройдет только здесь, в ДГТУ, он должен сплотить и студентов всех, и преподавателей. Сработает у них? Ну, мы здесь и так, как одна большая семья, так что, думаю, еще ближе станем друг к другу, да. Ребят, будут праздновать день числа Пи. Вы вообще знаете об этом?
Да, конечно, мы слышали. Мы очень за этот праздник, обожаем этот праздник. Очень хороший праздник. Технический университет должен отмечать такой праздник. Да. Ну, его празднуют первый раз. Как вы думаете, пойдет он вообще? Будут на него ходить, устраивать каждый год? Пойдет, конечно. Да, все будут ходить, устраивать, все будут. Ну, тогда в пятницу вечером приходите в ДГТУ. То, что это будет только для студентов ДГТУ, это хорошо или плохо? Нужно ли приглашать другие вузы? Наверное, нужно приглашать и другие вузы. Ну, я считаю, что первый раз нужно отметить только студентов ДГТУ, а в дальнейшем приглашать других людей. Почему вот именно такой интересный вот выбрали день? Почему именно день празднования числа Пи? Об этой констанции известно людям более 4000 лет. Вот. А мы свой путь начинаем только сейчас. Большой, мощный коллектив ДГТУ. Спасибо большое. Мы поговорили с исполнительным директором фонда развития ДГТУ Геннадием Смольяновым.